Накануне российские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили о готовящейся на 11 января встрече в Москве лидеров России, Азербайджана и Армении. Официального подтверждения информации пока нет, но учитывая, что о ней сообщает несколько источников, вполне вероятно, что такие переговоры действительно готовятся. Отметим, что это будет первая встреча руководителей трех стран после подписания 9 ноября заявления по Нагорному Карабаху. По мнению российского военного эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, одним из главных вопросов, который должен быть обсужден на встрече, является полный вывод армянских сил с территории Азербайджана. Это касается не только непосредственно вооруженных сил Армении, но и незаконных армянских вооруженных формирований, так называемой НКР, которой де-факто не существует, но которая пытается что-либо из себя изображать. Необходимо их полное разоружение и демилитаризация. На территории Азербайджана вооруженных армян быть не должно. Это главный сегодня вопрос и основополагающие условия мира, благополучия и процветания региона, сказал он в интервью изданию «Москва-Баку». Эксперт отмечает, что второй вопрос, который требует решения, это определение государственных границ между Азербайджаном и Арменией. Сегодня мы видим целую истерию в связи с демаркацией, находящимися на территории Азербайджана, населенными пунктами проживают армяне. Местные армянские старшины, местные органы власти начинают устраивать демарши против официального Еревана, выступают против установления точной линии границы, ее обозначения. Такого быть не должно. Здесь основания установленных границ между Азербайджанской и Армянской ССР. Должны быть промаркированы границы между суверенной Азербайджанской республикой и суверенной республикой Армения. Никаких вариантов со стороны армян, что вот мы разрослись, и поэтому граница должна обходить населенные пункты, где мы живем. Что мы вот отожмем какие-то земли, быть не должно. Есть граница, она маркируется с помощью GPS, ГЛОНАСС, все точно устанавливается, и эта линия будет линией государственной границы между Азербайджаном и Арменией. За 30 лет оккупации азербайджанских территорий Армения достаточно вольно трактовала вопрос границ, сдвигала их. Поэтому лидеры России, Азербайджана и Армении должны поставить в этой теме все точки над «и», подчеркнул Коротченко. По мнению российского эксперта, третий вопрос, требующий решения, это транспортные коридоры, которые должны заработать в регионе. Трехстороннее заявление четко фиксирует транспортный коридор между основной частью Азербайджана и Нахичеванью и создание такого транспортного коридора в интересах и Армении. На мой взгляд, главным итогом встречи трех лидеров в Москве может стать создание более мощного правового фундамента трехстороннего заявления. В документе, помимо тех вопросов, которые я зафиксировал, будут прописаны и другие, в частности, гуманитарные. В частности, мы должны понимать, как будет решаться вопрос возвращения в регион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев в условиях, когда армянские боевики де-факто остаются в Нагорном Карабахе. Без вывода армянских формирований из Карабаха возвращение беженцев с точки зрения безопасности будет невозможным. И речь на встрече Путина, Алиева и Пашиняна может пойти о механизмах решения этого вопроса, отметил Игорь Коротченко.